Привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. У нас сегодня очередная распаковка посылок товаров с AliExpress. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мою очередную распаковку посылок. Заказываю много товаров, все разнообразные, интересные. Вы точно себе что-то найдете. Все ссылочки будут внизу в описании. Заходите, смотрите. Если у вас останутся какие-либо вопросы по сегодняшней распаковке, либо вообще в целом, может кому-то что-то подсказать, помочь, поделиться ссылочкой на что-то другое или найти вам что-нибудь, обращайтесь, пишите в комментариях, я с удовольствием вам помогу. Сегодня у меня распаковочка товаров будет из одного магазина спортивных товаров Копас. Кто смотрит меня, знает, что я заказываю спортивные товары из этого магазина уже давно. И магазин мне очень нравится, товары тоже. Поэтому сегодня заказала в этот раз много, поэтому решила снять отдельное видео и показать вам, что я себе приобрела. И да, на Алиэкспрессе скоро распродажа, поэтому кидайте товар в корзины, совершайте с большими скидками и берите в магазине купоны, чтобы тоже сэкономить. Ну что, а мы давайте начнем нашу распаковку. Еще раз повторюсь, магазин называется спортивных товаров Копас, очень популярный магазин. Так, первое, что вам покажу, это теплые носочки длинные для катания на сноуборде, лыжах. Да, кстати, товары у меня в основном все для зимних видов спорта. Ну, в основном. Так, в общем, носочки у нас, они теплые, очень мягкие, хлопковые. Эти носочки представлены у продавца в нескольких размерах. Выбирала я по размерной сетке. Носочки очень хорошо тянутся. Они очень мягкие, приятные. Здесь у нас имеется название бренда. В общем, такие вот носочки. Также помимо выбора размера у продавца есть разные расцветки этих носочков. Следующий — это у нас держатель для сноуборда, крепление либо для лыж. Приход в таком вот чехольчике. Здесь у нас затягивается, удобно хранить. Таким образом выглядит это крепление. Здесь у нас имеется вот такая вот штучка гнущаяся, куда мы одеваем таким образом на плечо. И здесь у нас имеется бегунок, которым мы регулируем нужную нам длину. И с каждой стороны у нас имеется пластиковый карабинчик. Пристегиваем в комплекте вот еще два у нас крепежа. Мы пристегиваем карабинчик вот таким образом. Все на липучках. Липучка такая основательная. И вот это вот тоже у нас все на липучках. И что мы делаем? Мы сюда вставляем наши лыжи либо сноуборд. Тоже все регулируем. Таким образом это все выглядит. Вот видите, мы повесили крепление. Можем либо сноуборд, либо лыжи прицепить. Удобно переносить. Я его взяла для лыж, чтобы удобно, если что, закинул на плечо. И можно куда угодно с этими лыжами идти, чтобы не тащить в руках. Дальше, следующее, что хочу вам показать, это каска нереального качества. И очень много у нее разных штучек. Сейчас вам покажу. Приходит она в мешочке в таком. На выбор у продавца есть в нескольких цветовых решениях. И также мы выбираем размер. На выбор 5 цветов. Также есть даже в розовом цвете для девочек. В белом, пятнистой. И вот в черном взяла. Черная, в принципе, она подойдет и мужчинам, и женщинам. Поэтому взяла универсальный черный цвет. Приходит с бирочками. Выполнен шлем отлично. Он красивый, черный, из матового материала выполнен. Нет никаких царапин, ничего. Все аккуратненько продумано. Все выполнено замечательно. Также у нас здесь наименование бренда есть. Да, хоть он выбирается по размеру, но здесь есть вот такая вот штучка сзади шлема, которая регулирует объем. Мы ее закручиваем, и внутри у нас здесь есть механизм, который подгоняет объем под вашу голову, чтобы прям плотно-плотно сел шлем. Очень здорово придумано. Сзади шлем имеет на кнопке держатель. Он предназначен для того, чтобы лыжная маска не съезжала во время катания. Сверху у нас находится вентиляция. Видите, вот эти отверстия, которые открываются и закрываются. Здесь вот механизм. Оп, мы открыли, закрыли.
То есть захотели вентиляцию, открыли. А где у нас находятся уши, в этом месте ткань, она перфорированная и утепленная. То есть ушки ваши не замерзнут. При желании их можно отстегнуть. Здесь есть крепление, оно отстегивается. Если вы, например, хотите шлем этот одеть при катании на велосипеде. Также здесь имеются, как видите, вот слуховые отверстия с этой стороны и с этой. Так что разговаривать вы сможете по телефону и все будете замечательно слышать. Также у нас имеется мягкая накладка для подбородка, которая не дает царапать и будет очень комфортно. Она съемная, на липучке. Внутри шлем также выполнен замечательно, все аккуратненько. Ткань мягкая, перфорированная, приятная. Все это у нас отстегивается для того, чтобы можно было снять, постирать. В общем, такой вот шлем классный. Очень много, как говорится, приколюх в нем. Могу вам его посоветовать. Он подойдет как и для катания на лыжах, как и для сноуборда. Также можно и летом кататься на велосипеде. В общем, что самое главное, это он защитит вашу голову, а это главная его задача. Водонепроницаемых лыжных перчаток зимних. Так, приходят они с бирочками. Перчаточки эти имеют вот такое вот крепление. Между собой можно их прицепить. Эти перчатки выполнены из водонепроницаемого материала. Здесь у нас, как видите, вышито наименование бренда. Имеют они здесь перчаточки эти. Удобный карманчик. Сюда мы можем положить нашу карточку. Достаточно большой влезет. Либо может ключик и еще что-нибудь необходимое, какую-то мелочь. Регулируется по объему. То есть одели, затянули, зафиксировали. И они у нас удобно сидят. Здесь вот тоже затягивается на резиночке, чтобы ни снег, ничего внутрь нам не попало. В каждой перчатке внутри имеется вот такая вот резиночка. Мы на нее можем прицепить на рюкзак, либо еще куда-нибудь повесить наши перчатки. Они будут у нас всегда при себе. Перчатки очень внутри мягкие, теплые, удобно сидят на руке. Также здесь у нас имеется на этих перчатках, также у нас здесь, видите, на указательном пальчике вставочка для того, чтобы удобно было пользоваться телефоном, не снимая их. Здесь на большом пальце вставочка. Честно, не знаю для чего. Наверное, скорее всего, когда лыжную палку берем, чтобы не скользило и не протиралось. Тут это мое предположение. Внутри они у нас мех, они очень теплые, мягкие, приятные. На выбор также было разные расцветки. И опять же можно выбрать свой размер. Это ветрозащитная лыжная маска. Такая вот красивая розовенькую взяла себе, так как еще впереди заказала зимние розовые штаны тоже этого бренда. Такая вот масочка, красивая, яркая. Выбор у продавца большое разнообразие расцветок. Честно, выбрать было тяжело. Она себе представляет вот такая вот красивая, яркая маска. Она с обратной стороны имеет свою подкладку. Она очень мягкая, приятная. Место рот с носиком, чтобы дышать было. Здесь у нас идет перфорация, чтобы было комфортно дышать. И крепится она у нас на липучке. И вот таким образом, оп, под себя регулируем и крепим. Таким вот образом у нас получается. Очень классная маска, яркая, я довольна, мне очень нравится. Можно также эту маску использовать для катания, например, на коньках. Почему бы нет, когда сильный мороз. Одели и поехали. В общем, вот такая вот ветрозащитная масочка. Ну, следующее, это заказала себе штаны. Приходят в зип-пакете, аккуратно сложены. Вот такие вот красивые ярко-розовые штаны на зиму. Дни теплые, утепленные. В комплекте, кстати, к штанишкам идет вот такой вот самый обычный поясок на карабинчике. А штаны эти, несмотря на то, что они с утеплителем, они очень легкие. И выполнены они из дышащего и быстро сохнущего материала. На выбор есть также мужские расцветки для мужчин и большой размерный ряд. Тут вместо пуговицы у нас идет вот такой вот механизм, крючочек металлический, и имеется ширинка на молнии. Имеются по бокам два карманчика на молнии. Они достаточно вместительные, очень, я бы даже сказала. И по бокам, что здесь удобно, имеется вставка из резинки, то есть влезут и объемы побольше, чем
указан у продавца за счет своей резиночки. Имеются шлевки для ремня, они сзади. Здесь вот такой вот интересный декоративный шов. Что еще интересно в этих брючках, как выполнены у нас коленочки. Они специально, эти коленочки, сформированы с изгибами, чтобы удобно было кататься, сгибать ножки, взбираться на какие-то горы, лазить, ползать. В общем, сделано это все для удобства. Внутри у нас мягкая флисовая подкладочка для занятия зимними видами спорта, однозначно рекомендую. Смотрите, какая прелесть, какие они классные. Очень мне понравились своей расцветкой. На выбор у продавца было огромное разнообразие. Почему-то мой выбор пал именно на них. Честно, тяжело было выбирать, потому что все они красивые. Так, в комплекте к очкам идет вот такой вот тряпочный чехольчик с наименованием магазина. И также в комплекте продавец положил инструкцию. Вот таким вот образом, посмотрите, сблизи выглядят эти очки. Они очень красивые. Исполнение качественное. Так, внутри, как видите, тут у нас клеенка снимается. Они абсолютно новые. Видите, даже приходят с клееночкой. Здесь поролоновые вставочки для того, чтобы было удобное прилегание к лицу. И, как видите, сверху и снизу вставки, это для вентиляции, чтобы не запотевало внутри ничего. Сама вот эта резиночка, она у нас съемная, ее можно снять. Если что, с двух сторон у нас тут, вот видите, оп, вот таким вот образом. Также в этих очках удобно то, что можно поменять стекло, если что, вдруг вот эти рычажки, мы как-то это надо читать, в инструкциях есть. Двигаем, крутим, и как-то вот оно съемное, это стекло. А на резиночке у нас везде наименование бренда, и тут у нас вставлены силиконовые штучки противоскользящие, чтобы не скользило на голове, удобно прилегало. И также у нас регулировка двойная. Здесь по объему головы регулируем. Стекло у нас с покрытием, которое защищает и от солнца в том числе. Стекло идет с двуслойным антизапотевающим покрытием. Ходите по ссылочке, смотрите, очень большое разнообразие расцветок. Кстати, да, на все товары у продавца на странице огромное количество положительных отзывов и реальных фотографий. Заходите, смотрите и убедитесь сами, что вещи эти нравятся покупателям, и все довольны. Следующее, это у нас вот такие вот смешные защитные шортики для катания. По всему периметру сбоку и сзади они имеют вставки мягкие. Они очень легкие, не тяжелые, сформированы таким образом, видите, что везде удобно все сгибается. То есть они не будут никакого дискомфорта приносить при ходьбе, при падании. В общем, видите, все сгибается. Сделаны так, чтобы было удобно. Спереди они у нас застегиваются на липучке. Здесь у нас сетчатые вставки для вентиляции. Резиночка у нас тянется удобно, комфортно. И сами эти шортики, они у нас из эластичной ткани. На выбор у продавца большая размерная сетка также. На этом все. Я вам показала все товары. Магазин еще раз могу вам смело рекомендовать. Отличные все товары высокого качества. Подтверждает высокий рейтинг магазина и большое количество отзывов положительных покупателей. Если вам понравилось видео, я надеюсь, вы меня поддержите лайком. Мне будет очень-очень приятно. Я оставлю свой инстаграм. Заходите, смотрите. Там я выкладываю обзоры чуть быстрее. И ссылочки все внизу в описании. Заходите, смотрите. Ну что, буду с вами прощаться. Желаю всем хорошего дня, замечательного настроения. Всем пока-пока. До новых встреч.